Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Главная охота», я ее ведущий Валерий Кузенков. Сегодня мы будем продолжать разговор об охоте на водоплавающую дичь, а точнее на диких уток. Для этого пришли к нам в студию второй раз и продолжат беседу с нами два любителя охоты на уток, два председателя первичных охот коллектива, члены военно-охотничьего общества Кривошеев Сергей Анатольевич и Зорин Виктор Николаевич. Здравствуйте. Ну, у нас была уже передача об охоте на диких уток. Вы так рассказывали увлеченно, что за время передачи мы только подготовили чучела и выставили их на водную гладь там или куда-то. Вот, сейчас попытаться все-таки, наверное, поохотиться, добыть какую-то утку и рассказать, как все это происходит. Мы остановились в прошлый раз, что, ну, нет вот у людей подсадных уток, да, и надо манить манками. Ведь вот манки принесли в студию. Ну, давай расскажи, покажи. Я знаю, ты виртуозно манишь. Примерно как манок этот. На батарейках, да. Ну, я без батареек. Я без батареек. Ты не признаешь этот самый плюрофон? Нет, хотя я их испытывал. Ну, так брал, просили этот самый. Сейчас хотят охоту закрыть с ними. В новых правилах есть такая запись, что все электронные манки будут запрещены. Ну, давайте к этим вернемся. То есть, во-первых, вот как работаем простым манком. То есть я в него кричу, и я вижу всю обстановку спокойно. Вот, даже могу... Ну, там тоже включи, накрути головой. Вот этим вот, он у меня висит просто на шнурке, да, и все. Я могу его, ну, так, выпрямил просто, и все. Ну, покрыть. Вот сейчас покажу. А электронный, ну, как, его нужно держать в двух руках, во-первых. Ну, да, не надо. То есть включать, выключать, Давайте не будем электронный манок трогать, потому что современные электронные манки позволяют создавать композицию, которая выставлена перед тобой табун уток, и позволяют 4, 5, 6 динамиков выносить и сторонник, уткам. И концерт создавать да, истинный фон голосовой. А то у нас получается, сидит 30 уток перед ним, а кричит одна. И где-то там, за 30 метров. 29, как питаются, а один... То есть вы считаете, что надо ограничить нормами добычи? Только нормами. Они регулируются, их можно проверить. Пожалуйста, да. Ведь не будешь же ты использовать. Отстрелял свою норму, любуйся природой. Дыши свежим воздухом. Давайте так, может кто-то из Министерства природных ресурсов там посмотрит нашу передачу. И вот народ говорит, что электронные манки должны быть. Мнения разные. Но не все люди есть... Дар у людей, ну, пожалуйста, Сереж, ладно, они могут... Сейчас 30 минут будем говорить о манках. Давай, вот пускай Виктор расскажет. Ну, допустим, вот самые простые манки, самые простые, на кряку. Вот. Ну, обычно там 3 кряка, 4, ну, и такую, как бы, маленькую осадку. Вот он. То есть ты заметил, птица? Вот, можно птица кричать, среагировала на чучела, ты начинаешь манить. Потому что, когда будешь кричать, как, то есть на подлете... Фальш услышит, что манка, что... То есть фальш все равно она сама чувствует. Угу. Вот. Так, время прошло, минуты две. Опять берешь и... Это она уже среагировала? Это просто периодически кричишь, даже если птицы нету? Периодически, даже если не вижу. Понял. Потому что я не всю могу видеть. Вот. То есть, если она где-то, ну, как близко находится, я могу тише кричать. Вот так, ну, как закрываю его. Угу. Вот, либо голосом просто можно. Ну, то есть прикрывать. Вот. Это криковая. Вот тоже манок. Потому что мы часто стреляем на охоте на уток. Ну, ни одну не пропускаем ворону. Угу. То есть поэтому берем простой вороний тоже. Ну, летит утка вдруг. Ну, что, этим же манком. То есть можно кричать... Это вороний манок, чисто. Это вороний, чисто вороний, да. Ну, вот ими можно. Этим тоже утиной можно ворону. То есть, что вороний, что утиной можно и так, и так. Что ворона, что утка, все равно. Ну, летит же, черт. Я понял, да. Это самоделка, да, вот это? Разновидность? Нет, это покупные все. И вот такой свисточек прям. Это, я уже не знаю, ему лет, ну, не 200, наверное, ну, 100 точно. Уже на черка. Свистунок? Ну, да, главное, к ответу. Ну, понял, что это значит, свистунок. Похоже. Вот такой тоже. Это тоже заводской? Да. Вот такие, но они разные. То есть, можно... Их такое разновидность. Кто кулаком умеет кричать, кто просто голосом. У кого вот такие манки там.
И очень многие, значит, говорят, а манок не работает. А почему? Взял его и начинает, как дуть. На концерте. Дуть. Без перерыва. Дует, 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 дует. Хорошо, если так. Ну ты послушай, утка так же не кричит. Она, ну, да. Она крякнула. Да. Минуты три потом. Где-то. Потом раз опять прокричала. Да. А некоторые приходят и начинают, аж такие губы потом. Говорит, утка не идет. Давайте ну, как она? Самую элементарную простую вещь все-таки сделаем. Да. Когда работать манком? Вот, да. Когда работать? В чем сущность заключается? Утка просто так тоже, извини за грубость, она же не дура кричать. Делать, что ли, нечего. Она видит Зовет. Пролетающую стаю, и она пытается... Свой-чужой. Свой-чужой. Либо сработает это, либо она просто указывает, что это место уже занято. И тогда вот в чем место занято, да. Летающая стая крутится, ну, видит, что кормовая база есть, значит, подходит и садится. А если ничего, небо пусто, чисто, и ты пытаешься кричать. Благим матом кричать, хоть в любые манки, хоть правильно, хоть неправильно, все равно нечего. На разную площадь выйди, и кричи. Ну, утка почему-то не прилетит. Понял. Вот поэтому обязательно надо знать, когда какой, увидел на горизонте, где-то в зоне подлета 200-300 метров табунок уток, проманковал. Обратили внимание, они пойдут на разворот и опять будут заходить на ветер. Uh-huh. Вот, соответственно, утки. Лёт uh-huh. и посадка самолетов uh-huh. и летающих только на ветер. Понятно. Вот, поэтому манки можно использовать любые. Точно так же, вот, я всегда был сторонником этих любителей электронных манков, против них. Почему? Oh. Вот он пришел на охоту без 15,5, включил его, и пока батарея не кончится. До 10. Вот он. Говорит, что утка шарахается у меня, говорит, от меня. Возникает вопрос в этом, в следующий момент. Опять же, другой момент. Ну, используются эти электронные манки. Их выпускает вся Европа, весь мир. Ну да, слава богу. Мы видим охоты и в Новом Свете, и везде. Используют. Да, законом не запрещены. Мы можем только запретить. У нас же, чем больше запретов, тем лучше да. контролировать и больше денег собирать. Вот и все. Других вариантов. Протоколы и все, что с этим связано. Штрафы. Хорошо, если они через государственную казну идут, а если в карман. Опять же, создаем повод. И поэтому электронный манок использованию, но если ты используешь, то же самое, посмотри. Тебе надо издалека подманить стаю. Вот охота, к примеру, последняя охота в Архангельской области я был. Гуси идут примерно на расстоянии до километра. Далековато идут. Как? Тогда включается. Электроника. Электроника. Берется направление, манок в руку. И в этом направлении несколько криков призывных. Выключаешь манок и ждешь. И потом работаешь. Табун разворачивается, и при подходе табуна работаешь обыкновенными манками. То есть ты выманил на себя табун. Он развернулся, он услышал своих сородичей. Он знает, что они в это время кормятся, значит, надо к ним подойти. Ну, вот. И, соответственно, работа... Ну, правильно, Сереж, что не у каждого слух, не каждый может... Да, стоять. Поэтому получилось, не получилось. Будем тогда. Разговаривать, значит, на эту тему. Давайте так, маскировка в этом влияет же очень сильно. Вот шалаши, как, что, да. одежда, коснемся да. этого. Начнем с элементарно. Куда бы я ни приехал, я накануне приезжаю до открытия охоты и стараюсь сделать себе скородок. Как бы это было, не трудоемко, не затратно, все остальное время. Все свое с собой возьмем. Да. Оборудуешь скородок. Для этой цели обязательно. Первое. Малярный скотч. Скотч малярный. Малярный. Так. Не блестящий этот, угу. а малярный скотч. Сразу говорю, чем он хорош? Он держит очень плотно скородок. Каркас кратко скрепляешь. Берешь кусок грязи, обмазываешь, и он получает цвет земли. Этот то есть не проволока, а скотчем и грязью. Скотчем малярным, он ну, же понял, бумажный, понял, понял. Он же впитывает грязь, он получается под цвет скоротка. Угу. Точно это же самое заделаешь скородок со всех направлений. Второе необходимо. Либо хороший топорик, но я, как правило, беру пилу небольшую с рукояточки. Вот, столярная пилка такая, которая позволяет и камыш подрезать, и небольшие ветки срезать для создания скоротка. Угу. И, соответственно, вот... Создается, как правило, скоротки создаешь не то, что вот маскировочную сетку поставил. Ее тоже можно использовать, но вместе с тем она такого цвета. И лучше из естественных, да, всех этих? Лучше стараться все-таки создать. Каркас создал, связал его с этим, колья вбил в землю, связал его малярным скотчем, перекладин. А после этого как изгородь? Ивовый тын. Переплетают, ну да, точно так. Камыш вставляешь, делаешь полукруг, садишься на высоте
скрадок делаешь высотой примерно где-то 1,20 м. Не чтобы больше. Встать. Чтобы можешь тихо, спокойно встать и стрелять без напряжения влево-вправо. На воде делаешь или все-таки на берегу можно тоже? Да, роли не играет, где делаешь. На воде, значит, приходится. Устойчиво должна быть платформа. Мы использовали на одной охоте, ребята там стационарно охотятся, я к ним приехал, и мы сделали такой скрадок. 4 бочки взяли металлические, 200-литровые, угу. Из-под ГСМ расходы. Они имеют окантовку, края. Просверлили в бочках дыры, в этих краях, чтобы они не тонули, закрутили. Каркас из уголка сварили. Ну, и на болты прикрутили к этим бочкам. И положили древесный каркас. Вывели 4 штыря, как основа. И наварили трубочек. Ну, это мы стандартно готовили. Ну, да, несколько плотов таких приготовили. Вот. Каждый раз, подходя, камыш видишь, что развалился на это, в эти трубочки навставлял и точно так же переплетаешь. И получается плавучий скрадок. Его можно протранспортировать в любую сторону. Якорь можешь любой использовать. Да. Либо к камышам прибился, либо как удобнее. И вот, ребята, я сколько раз к ним приезжаю уже много лет подряд, у них достаточно интересно вот такой скрадок получается. Дерево. Они сделали еще на этом дереве железом оббили на высоте, асбест подложили, чтобы не прогорали доски. И готовят пищу там. То есть живут. Жить можно там. Жить можно, и условия созданы интересно. А эти штыри, которые металлические выведены, они позволяют натянуть тент. То есть дождь, непогода и все остальное, они ночуют там и не пропадают. А я ушел от этого, себе сделал. Вот, таскал 8 сеток разных цветов. То есть пришел, но они легкие. Самодельные из мешковины есть. Сейчас много покупных сеток. Ну да, сейчас они это... легкие такие, то есть не мокнут. Вот. Ну вот уже сколько, 2 года, да? Себе приобрел это самое, такой скрадок переносной с креслом. То есть сидишь в кресле и с крышей. Но все видно одновременно. И когда подлетает утка, ну, а так одним движением ствола просто бьешь, он складывается. Все стреляешь. Это магазины. Да, магазины. Ну, доработанный вариант. А очень... по нему уже сделали еще другу один уже этот самый. Ну, такой самодельный. Угу. Испытывали. Нормально. Вот в чем вопрос заключается. Да. Мягко. Нет, крест, ну, да, сидишь удобно. Пошел дождь, у тебя крыша. Нет, ну как-то уже это. Ну, то есть комфортно для охотника. Комфортно, да. Сидишь, хорошей жизни привыкаешь. А вместе с тем обязательно, вот говорят, сверху надо закрыться, со спины закрыть. Откуда утка налетит, летающая дичь, никто не может гарантировать. Да, ты знаешь, что она на ветер, что... Садится, все равно будет садиться, перед тобой, в любом случае. Поэтому... Ну, скрадок должен на все стороны быть примерно одинаковым по высоте. По площади какой? Метр по площади на метр, обязательно. На вот давайте будем говорить так. Разный. Вот сколько я почти 40, больше 40 лет охочусь, но в чем сущность заключается? Как только скрадок становится большим, его видно. И он как можно неприметнее. Вот в Архангельской области, вот по весне мы охотились, мы сделали очень просто скрадок. Ну, мы охотились на гуся, на утку роль-то не играла в основном. Мы срезали вершинки деревьев высотой примерно 1,30 м, 1,40 м. Колом земля еще не промерзшая была, вбивали, сделали дырки и составили эти деревья. То есть у нас по кругу получилось 5-6 деревьев с небольшими ветками. Наклон. Не нужен наклон. В чем смысл? Внутри делал, как Виктор говорит, легкую сетку между этими деревьями. То есть они веточками уже сами, ну, естественно, понятно, создают. Они. Группа деревьев находится. Вот. На глубину, где-то пока воды нет, позволял, глубину сантиметров 60-70, выкапывали окопчик для сидения. Внутри этих вот? Внутри этих деревьев, землю, да. И получался у тебя деревья шикарный... Деревья в землю вставлялись, да? Деревья вставляли в землю. И получается у тебя шикарный естественный скрадок, а на высоте, как ты сидишь, находишься, повешалась сетка, камуфлированная, легкая такая... Синтетику желательно использовать. Лучше все-таки тканевая основа, которая мешковина, не бликует. Мешковина такая вот. Вывешивается сетка внутри. То есть снаружи получается дерево, сетка не дает фон, не дает просматриваться, кто находится вместе с этим. И вот радиус, который наиболее реальный и удобный, чтобы не тянуло тебя и стрелять возможно было, где-то 1,5 м. Вдвоем можно сидеть? То есть нормально вдвоем? Можно смотреть. Но вдвоем лучше. Удобнее сидеть, во-первых, и поболтать можно лишний раз. Но надо... вместе с тем, сколько прозеваешь уток, или это обычно... Вдвоем это все. Как хочешь ты или не хочешь, ты обязательно отвлечешься на эту тему. Отвлекаешься. То есть я думаю, что он будет стрелять, а он думает, что она улетает. Это раз. Во-вторых, меры безопасности, ребята. Либо стреляет один, и определили очередь, либо налетающие слева твои,
ты стреляешь. После того, как отстрелялся, у гонных стреляют товарищи. Договариваются обязательно. Сидеть, я тут видел в Ярославской области, да, в Ярославской области, охоту, когда в скоротке, сделанном из снопов, скатанных на поле, сидело 8 человек. Ну, это уже... Ну, это извиняюсь за грубость, это... А мы, говорит, залпом надежнее. Ну, конечно. Я когда понял, что дробь начинает друг у друга навстречу лететь, и кто стреляет выше, кто ниже, а вы знаете, что птицы занимают любой горизонт, мне почему-то желание пропало находиться в этом скоротке. И рядом. И рядом, тем более, я уже стрелянный человек. Давай так, а чем стреляете? Пятизарядку все-таки надо, или двухстволку, или одностволку? Ну, сейчас он начнет рассказывать, что это. Ну, давай, потому что как бы оружие. Все считают, уйти на охоту, это пятизарядка. Ни в коем случае. Опять же, мнения разные. Я уже пришел, уже, то есть, с чего начинал, к тому и вернулся. То есть уже много лет себе приобрел, ну, хорошую одностволку. ИЖ-18? Да, ИЖ-18, ЕММ, да. Туда поставил мушки оптоволоконные. В сумерках видно великолепно. Вот. Ну, Сергей Анатольевич не даст соврать. Я с нее, ну, стреляю очень норму даже... стреляют всегда. Всегда, причем. И расход патронов нормальный. И дуплет умудряешь. Ну, когда стреляешь с одностволки, ты же думаешь, что у тебя один патрон. То есть уже подходишь... Он молчит, правда, что в зубах еще два, и в руке еще один. Между всеми пальцами, да? Вопрос не в этом. Нет, ну интересно. Утка, хорошо, вот он говорит одностволку. Прекрасно. Но мне всегда второго ствола не хватает. Второй ствол обязательно должен быть. На утку, да, ты можешь себе позволить. Утка летает часто, и бывают налеты. Много налетов в течение всей охоты. Норму всегда можно взять. Но... Вот делаешь подранка, и ты видишь, что он в воздухе начинает тянуть. Я успеваю. Ну, это хорошо, что такая реакция у человека. Но вторым выстрелом обязательно надо добивать. Добить утку. Надо, да. Почему? Потому что подранок уйдет в камыш, и вы знаете, процентов 40 из добытых уток, если они подранки, никогда не найдешь. Второй ствол на утку надо. На гуся я всегда был сторонник пятизарядки. А, гусь все-таки пятизарядки. Гусь все-таки налетает, но в лучшем случае хорошая... Налет раз в полчаса, раз в час, раз в 2 часа. Там нужные выстрелы. Раз в сутки. И гусь на рану достаточно крепок. Иного гуся стреляешь 3-4 выстрелами, пока он твердо не упадет на землю. Все-таки пятизарядка, а здесь двухстволка максимум. Здесь максимальная двухстволка. Во-первых, она удобна и для ходовой охоты, и для этой. Пятизарядка неудобна. Она для скоротковой охоты, будем говорить так, более приемлемая. Вот. Поэтому утку стреляют, как правило. Ну, Виктору нравится одностволка, ну пусть он стреляет. Мне у него реакция позволяет. Мне 5 оружий. Ну, хожу с одностволкой. Ну, ты стреляешь, надеюсь, не утку-то, не двумя нолями. То есть... 7-кой. 28 грамм. О. Спортивным патроном. Всегда в любое время, что ли? В любое. И в августе, и в октябре, и в ноябре. Самое удивительное, что... И даже гуся. В самом деле, почему он стреляет 7-кой? Потому что он стреляет на расстоянии 25-30 метров. Он не стреляет, а на 50-60 метров. То есть не дает подранков. Не ранит утку, а стреляет на поражение настойчиво. И на расстоянии 25-30 метров... 7-кой это 5-7. В октябре осенний мне хватает 5-7 дробин. Мне хватает 5-7 выдержки. Дробин, Валерий Петрович. Если даже они не пробивают, динамический удар дроби до того мощный, что болевой шок превышает пару, ну, он приводит к смертельному, к летальному исходу, будем говорить. И падает близко. И падает рядом. И вот даже когда берешь утку, потом начинаешь ее разделывать, то есть общиплешь, то смотришь. Гематома, синее вот это пятно и сломанные... То есть не пробила. Она не пробила, она просто динамический удар вызвал болевой шок, утка погибла. В шею, в голову пробивает 7-кой насквозь даже. То есть пробивает. На 25 метров 7-кой и в октябре, и в начале ноября, и в августе. И в августе, да, и роли не играет. Все семерка. И гуся просто пробовал. Привыкли. Но и гуся пробовал. Гуся, конечно. Глупость, конечно. Нет, близко. Небольшая, да. Ну, падает тряпка. В чем вопрос заключается? Если человек стреляет на... Хорошо манит, умеет маскировать, создать такую обстановку. И дичь налетает, но на 25-30 метров достаточно этот вопрос. Но в любом случае, я вот стреляю. Если первый у меня левый, как правило, 7-кой я стреляю, а правый у меня 5-ка. Почему? Ну, видишь, что не взял. Она уже прошла секунда, утка 10-12 метров за секунду пролетает. Это уже достаточно удаление, 35-40 метров. Да. Стреляешь уже 5-кой. И угонную утку нормально. Вот. Ну, 3-ка, 4-ка это уже большие. Это уже не надо вообще. Почему вопрос заключается? Сколько дробин? Это 60, 4-ки. Ну, да. Ну, и что дальше? Прогалы получаются такие, что... 3-ка уже зайца надо. Ну, вот, почему он стреляет в пятизарядки? Потому что у меня не всегда висит.
с видеокамерой фотоаппарат, я раз стреляю и тут же успеваю еще снимать. Ну, да. А если было два ствола, я бы не успевал бы снимать. Великий утятник, елки. Ну, про утятника. Вот. Вот почему и говорим, стреляем, номер дроби обычно. Да, очень крепкое перо у утки, ну, про гуся вообще не говорим. Не, ну, считается, что... Утка, да, желательно, конечно. Вот стреляешь, пятерочка, ну, четверка, ну, это и тройка. Максимум. Тройка, пятерка. Закладываешь, это по согласованности. Ты же говоришь, семерка стреляешь. Нет, я стреляю, ну, вообще, вот, людям. Людям, если кто не уверен в своих выстрелах, то есть стреляет... до тройки, получается? Нет, четверка максимум, которая... Желательно, потому что, ну, уже тройка достаточно крупная дробь. Вот, и надо понимать, что ее количество очень мало в стаканчике, в дробовом заряде. Поэтому нужно исходить прежде всего из этого. Все-таки мы часто ездим на стенды, тренируемся. У нас СМ, ну, такой опыт все-таки побольше. Подготовка. А многие вообще ж нет, ну, не имеют такой возможности. Да. В сезоне только. То есть мы как-то уже так, ну, стреляем на автомате, так можно сказать. Ну, я вот и девяткой на открытие сбивал. Никто не отбивает. Я девяткой на вечерках стреляю, потому что она близко летает-то. Короткое расстояние. Да. Мы говорим о кинетической энергии дроби. На короткое расстояние, пожалуйста. Везде же по-разному. Условия охоты разные. Условия охоты разные. И, к примеру, если утка идет под облаками, стоит ли ее стрелять? Ну, вот пусть даже вот у тебя картечь. Вообще не стоит. Она упадет. Как а у нас, получается, с открытием охоты, смотрим, она еще зацветела крыльями. Уже зенитчики нет, толпа начинают... берет по количеству патронов, не по количеству добытой утки. Я 150, я 200, я там 200. Я знаю, в Переславле по 800 патронов орлы выстреливали. Я беру 20 патронов. Вот работа патронной фабрики. И таскает этот патронтаж. Таскаю. Ну, ладно, вопрос заключается в этом. Вот мы поговорили про манки, поговорили про патроны. Оружие. Мне бы хотелось еще обратить внимание обязательно на такую вещь, уважаемые охотники. Когда идете на охоту... Не поленитесь, просушите патроны. Порох настолько как? Гироскопичен. Где просушите? Не на печке? Зачем на печке? На теплое место. Положите на батарею. Но сутки пусть посохнет. Ночь хотя бы пусть посохнет. То есть, если ты купил новую пачку патронов в магазине... Давайте будем говорить так. В магазинах хранится где? В подвалах, в сейфах. Влажность высокая в любом случае. Порох гироскопичен, и он обязательно... Влагу впитывает в себя. Да. Патрон не герметичен. Чтобы было герметично, я что делал? Я капсуль, гнездо капсуля лаком женским замазывал. Сверху под патрон. Для ногтей. Для ногтей красный, зеленый, но суть не в этом. Где дробовой пыш закрывает это, я также смазывал лаком, чтобы получалось, влагу не брал. Но в любом случае, все равно он тянет влагу. Поэтому перед охотой положите на батарею, и вы увидите, что стрельба будет совершенно другая. Поражаемость птицы будет гораздо выше. Сухой порох он дает как раз то давление, которое заложено его количество. Перед каждой охотой, да. Перед любой охотой. Потом принес эти патроны, они лежат. Перед охотой опять просуши. Перед охотой обязательно просуши. Просуши, это самая такая вещь. Ну, надо доставать из пачки, или можно пачку где-то... Нет, пачку просто встаешь, открываешь эту пачку, чтобы влага выходила оттуда из патрона. И пусть они стоят на батарее, на конвертере, пусть на то, что не горит и не приведет. На батарее можно, не рванет, ничего там. Не взрываются патроны, самое удивительное. Не для предназначенного, не для этого. Уток мы настреляли. Я думаю, что надо будет делать еще одну передачу по гусиной охоте, потому что вы несколько раз говорили про охоту на гусей. Я знаю, это ваша вторая любимая охота. Самая любимая охота. Ну, давайте следующую передачу сделаем о самой любимой. А сейчас, к сожалению, время нашей передачи закончилось. Все гусей к вам. Да, спасибо, спасибо, что вы рассказали мне про уток. На гусиной охоте, если что-то там, может, добавим. Ну, а сейчас спасибо. И увидимся попозже. Приглашаем на охоту. На охоту. Опять приглашают. Каждый раз приглашают. Я каждый раз приглашаю ведущего. А на этом я хочу закончить нашу передачу. И увидимся через неделю.